В пятницу на базе ДСАФ России прошли соревнования до призывной молодежи. Участники – будущие защитники Родины, учащиеся образовательных учреждений и патриотических клубов ДСАФ России. Принимает участие молодежь до призывного возраста. То есть это, как правило, 17-18-летние молодые люди, которые готовятся к службе в армии. То есть те, которые сейчас учатся на водителей. То есть они весной пойдут в армию. То есть это настоящие уже как призывники. Ребятам предстоят серьезные испытания силы, выносливости, умений и характера. Лучшие команды определят в каждой дисциплине по отдельности и в целом в командном зачете. Каждый солдат должен быть физически развит. Физподготовку ребят проверяют на военно-спортивном двоеборье. Здесь подтягивание и челночный бег. Затем проверка собранности и меткости, пулевая стрельба из малокалиберной винтовки. Ну и, конечно же, разборка, сборка автомата. Внимание. Важна не только скорость, но и правильность сборки. Кстати, это любимое испытание большинства парней. Дает о себе знать детская любовь к войнушке. Интересно посмотреть, что где находится, быстро разобрать, что-то почистить, что-то посмотреть. То есть интересно, стрельба, это тоже так же, ну, интересно всем, я думаю, мальчикам, то есть тоже так же пострелять, там что-то еще, что-то сделать. Эта молодежь не собирается косить от армии. Наоборот, этого события они ждут и готовятся к нему заранее. Учатся азам армейской службы, получают навыки вождения военных автомобилей. Правда, к сожалению, с годами таких патриотически настроенных юношей не становится больше. А для тех, кто все же намеревается отдать долг Родине, двери ДСАФ всегда открыты. Наталья Романова, Денис Денисов, РТВ Иваново.